Глава городского округа Люберцы, секретарь местного отделения «Единой России» Владимир Волков провел личный прием граждан. Встреча прошла в общественной приемной политической партии. Какие вопросы на этот раз подняли жители округа, узнаем в следующем сюжете. На прием к Владимиру Волкову пришли жители 33-го дома по улице Электрификации. Они просят включить МКД в губернаторскую программу «Мой подъезд», а точнее вернуть его в список домов, где в этом году должны отремонтировать входные группы. Был запланирован ремонт подъезда. Значит, пятиэтажка, 4 подъезда. Нам выдали дефектовку. Дефектовка была неверно составлена. Мы обратились с этим вопросом к начальству ЖЭУ, управляющей компании ЛГЖТ. Встретились, нам организовали встречу с инженером ПТО, который составлял дефектовку. Через 2 дня мы пришли снова в ЖЭУ на прием, нам отменили ремонт. Нас исключили из программы, отменили ремонт в принципе. Подъезды этим летом отреставрируют, но без областного софинансирования. Работы пройдут в рамках текущего ремонта. В этом году при его проведении будут использовать современные детали и дизайнерские элементы. На этажах делаем дизайн-проект, как в новостройках. Там второй этаж, цифра 2 большая, третий. Ну, какое-то обновление такое современное. Не просто зеленой краской покрасили. Необходимо, чтобы руководитель ЖЭУ сам лично вышел, встретился, провел это голосование. Согласовали жители. Вот такая цветовая гамма, вот такой дизайн-проект. Еще одна инициативная группа жителей обратилась по теме благоустройства Наташинского парка. Просят обратить особое внимание на сохранение зеленого массива и вопросы безопасности, а также рассмотреть возможность переноса зоны гриль на другое место. У нас есть частный сектор. Берем. Да. Вы правильно подняли этот вопрос. Я, честно говоря, мы его проговаривали. Я думал, что уже все решено. А тут, оказывается, договора какие-то условия. Это руководитель здесь сидит. Жительницам городского округа предложили войти в рабочую группу по реконструкции парка, где они смогут вносить свои предложения. Также на личном приеме прозвучал вопрос, связанный с содержанием и местоположением контейнерной площадки в микрорайоне «Птицефабрика». Устранение замечаний всех заявителей глава Люберец взял под свой контроль. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.